Его многие ждали, но немногие узнали. Он приходил ко всем, но не все принимали. Он был мучен и казнен за наши грехи. В его глазах мы несравненно драгоценные, дороги. Я расскажу тебе о том, что он сделал для нас. За тебя и за меня его кровь пролилась. Это мы с тобой должны были платить эту цену. Но сам Бог из-за любви вышел на эту арену. Кровь стекала по рукам, тело сжималось от боли. Никто не знал потенциал, каждый капли крови. Ему плевали в лицо и не хотели понять. Но только он мог знать, только он мог прощать. Отец, прошу тебя, прости, они не знают, что творят. Ожесточенные сердца за них говорят. Так молился Иисус за тебя и за меня, проливая капли крови за тебя. Гвозди вбивали в руки ожесточенно. Небо постепенно становилось темным на кресте. Сбивали в руки ожесточенно. Небо постепенно становилось темным за людей. Кто еще так сможет? Жизнь распятая на кресте, любовь распятая на кресте. Мы отказались от того, кого нет роднее. Ну как же так жестоко мы поступили с тем? Мы променяли жизнь на суету серых дней. Зачем же мне Иисус? Ведь есть дела важнее, мы слишком заняты. Нам думать никогда о нем, но может быть когда-нибудь, когда-нибудь потом. Но ведь Иисус за тебя решил бороться. Благодаря ему мое сердце бьется. Он не сказал прости, он не сказал потом. Он любил тебя и назвал своим сыном. И может быть порой твое сердце плачет. Ты часто думаешь, что жизнь ничего не значит. Но за тебя заплачено ценой его крови. Стекали из ста капли крови. Грудь вбивали в руки и ожесточенно. Небо постепенно становилось темным на кресте. Божий Сын. Гвозди вбивали руки ожесточенно. Небо постепенно становилось темным за людей. Кто еще так сможет?